Челнинский педуниверситет примет на хозяйство учебный корпус и общежитие бывшего института физкультуры. Третье здание улучшит материально-техническую базу НГПУ, а второе общежитие увеличит число иногородних и зарубежных студентов. В августе в зданиях будет проведен косметический ремонт, а в следующем году планируется начать капитальную реконструкцию двух общежитий вуза и приобретенного учебного корпуса. В этом вопросе университет рассчитывает на финансовую поддержку Министерства науки и высшего образования страны. В учебном корпусе у нас будет располагаться частично колледж, индустриально-педагогический, также институт повышения квалификации и переподготовки и ряд, один из факультетов высшего образования.